Этим домиком мы пользовались около 20 лет благодаря тете Гале и ее доброте. С своей стороны старались вовремя всегда оплачивать. Никогда не было никаких задолженностей. Следили за участком, посадили садик. Всегда косили, убирали. Очень довольны тем, что тетя Галя для нас сделала. Мы этого никогда не забудем. Очень ей благодарны. Это человек, который реально поучаствовал в нашей жизни, когда нам было очень тяжело. Благодаря ей у нас дети были на свежем воздухе всегда летом. Вот в этот домик. Здесь детки выросли. Тетя Галя еще по своей доброте душевной помогла отремонтировать этот домик. Мы очень-очень благодарны ей.